Нарезал щучку филешками вот такими. Поперчил, посолил. Вот растопил масло и намазываю каждый кусочек для сочности. И наоборот, у нас не суховато, нисколько, все отлично. Вот так каждый кусочек. А потом пожарим просто в панировке. Еще вот так вот мы укропиком подсыпаем. Для аромата очень, мне кажется, щучка была просто супер. Вот так она сейчас у нас выглядит. Можно в муке, можно в манке обвалять и жарить. Красота. Вот несколько штучек традиционным методом жарю, просто без всякого масла. Не намазал ничем, просто специи и панировка. Так, ну что, приступим. Берем кусочек, кладем в манку и посыпаем ее также точно сверху. Вот такая панировочка у нас. И так поступим с каждым кусочком. Выкладываем на сковородку шкуркой к низу. Вот так вот. Вот он, процесс начинается. Обжариваем минутки 3 и можно переворачивать. Манка не так горит, уже это плюс, большой плюсик. Мука у нас идет более хуже себя. Такая красота получается. Ну вот, по 3 минутки обжарили с двух сторон. Можно доставать. Вот такие классные филешки получаются. Красота. Сейчас попробуем еще. Ну что, можно оценить вкус, что у нас получилось здесь. Мягонькая какая, сочная. Красота, смотрите. Сочная. Пробуем. Очень приятный сливочный вкус. Красота. Это, наверное, даже на данный момент лучший рецепт, который я пробовал. Очень сочные, вкусные. Очень все четко получилось. Красота. Всем приятного аппетита.